Всем доброго времени суток. Итак, это у нас идет душевая кабинка вот с таким вот бордюром. Уклон поддона делится на две части. То есть с серединки и до трапа у нас идет уклон 5 мм. И от стены до трапа то же самое. Ну а вторая часть это общий уклон в 6 мм. Это для того, чтобы конверт полностью синхронизировал в этом участке. В принципе, выглядит круто и довольно-таки эффектно. Затирали эпоксидной затиркой. Здесь у нас будет раковина, ну и зеркальце с подсветкой. Вот такая вот работа моих учеников. Далее они начали делать ванну-комнату. Зона, где будет находиться ванна, нанесли гидроизоляцию. Ну и вот такой вот у нас идет дизайн-проект. Установили ванну. Но она у нас немного не влазила. И им пришлось снять пару плиток. И это с учетом того, что с другой стороны ванны подрезали стенку. Канализационную трубу спрятали вот такой вот короб. На этом этапе ребята закончили облицовку и приступили к затирке. Ну а это уже готовая работа. Всю плитку затирали затиркой на цементной основе. Ну а вместо воды применяли латекс. Кроме зоны над ванной, там эпоксидная затирка. Люк делали самодельный, на магнитиках. Осталось засиликонить люк и вокруг ванны. Но это они будут делать после потолков, в последнюю очередь, так как еще есть пыльные работы. Ребята, зацените работу моего сына и племянника. Теперь он не только делает музыку для канала, но и ремонты в свободное время. А у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.